Молодежный марафон 75 сустрели у Могилеве. Совместный проект Белорусского республиканского союза молоди и Федерации профсоюзов Беларуси просвечены годовине вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Як сустрели гостей на Могилевской земле, расскажи Олеся Рыбалка. Дорогие гости, рады вас приветствовать. Караваем команду марафона на уезде в областный центр сустрела унушальная компания. До автопоезда, який проделал великий шлях по белорусских городах, долучилась могилевская колонна, ретро-автомобили и байкеры. Чтобы показать детям где-то в школе, рассказать, чтобы они знали историю и не забывали, помнили о наших погибших, уважительно относились к ветеранам Великой Отечественной войны. Что мы тоже делаем. Стартовал марафон ровно тыдень тому у столицы и побывал у Брестской крепости, Гродно, Лиде, Остроуце, Молодечно, у Могилёв приехал из Витебску. Удельники памятной акции сделали припынок на Буйницком поле, каб ускласти кветки до мемориалу. Тут гостей витала так само молодь, якая, як бачна, ведая своих родных, что завоевывали перемогу. Мы поддержим тень победы и наших предков. Самое главное – уважение к ним. Я отдал свою дань уважения своим предкам, особенно своему дедушке, который принимал непосредственное участие. Поэтому, к сожалению, не дожил до этих дней. Поэтому, ну, хоть как-то можно отдать дань. Все это замечательно и дает патриотизм нашему народу. У меня два дедушки погибли на фронте, поэтому для меня это мероприятие важно. У автопоезде будет працаваць экспозиция музей истории Великой Отечественной войны. Его специалисты у каждом городе марафона так само собирают истории про боевые подвиги белорусов. Эта информация трапит у памятный альбом, який презентуют на День Незалежности. Наступным после Могилева марафон 75 прыме Гомель. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.